Такие фото опубликовали жители Саяногорска в соцсетях накануне. Мусоровозы не приехали в привычное время. Об изменениях мало кто слышал. Кстати, о возможном коллапсе из-за отказа регоператора работать с одним из подрядчиков еще в пятницу заявил мэр города. Сейчас по инициативе компании «Аэросити 2000» этот оставшийся единственный перевозчик, он, по сути, не сможет справиться со своими обязательствами. Мы это четко понимаем. Региональный оператор парирует. С фирмой-подрядчиком «Чистый город» они не сошлись в цене. Когда по инициативе республиканских властей в начале года тарифы для населения были снижены со 110 рублей до 85, перевозчики также обещали брать за свои услуги дешевле. Если компания «Экоресурс» сейчас на сегодняшний день работает с нами по 350 рублей за кубический метр, то «Чистый город» отказались от этого и на сегодняшний день предлагают нам ту же самую цену 450 рублей. Для того, чтобы автомобили «Экоресурса» смогли обслуживать Саяногорский жилфонд, и пришлось изменить время маршрутов. Информацию об этом до населения должны были донести управляющие компании. В ряде домов, где скопился мусор, этого не произошло. Не исключено, что по спланированному сценарию неофициальные источники сообщают, что у коммунальной фирмы и выбывшего из игры мусорного перевозчика один и тот же учредитель. В ситуации уже разбираются представители республиканской власти. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Пахавов, Александр Сердюк, РТС.